Вот делаем вагонку с Саней. Никакие американцы и немцы нам нафиг не нужны. Мы что, хлеб их что ли едим? Вот новая лезет. У нас все свое. И нечего нам ни перед кем присмыкаться. Все у нас свое есть. Вот станок советский. А вагонку делают не хуже современных. О, сейчас разобьет. Блин, что-то разошлась. Барабан разошелся. Вот это он дает. Вон трещина пошла. Пока туда смотрел, здесь брак пошел. Всю переломало нахрен. Брак кидает. Немцам отправим топиться. Газа-то у них нету. Вот. А хорошую на место. Вот сюда хорошенькую. Вот так стряхнем, чтобы ни пылиночки ни одной не было. Вот так вагоночка. А тут уже новая идет. Вон он, Санек. Так, эту в брак нет, эту обрежем нормальная. Это тут смола, кедровая смола. И вот кусочек откололся. Ну, это вот так обрежется потом и выкинется. В печку. Так, здесь смотрим, что тут. Ну, пока вывозят, вывозят. Довози, еще 10 штук осталось. Вывези, вывези. Вот это она дает. Опилочки на снегу, опилочки на снегу. Чуть опять не сломалась. Вот это тоже гниловатая. Но я ее куда-нибудь определю. Так, смотрим. Еще две вывезла, вывозит. Ну-ка. Вывезла. Блин, ну что ж тебе надо-то? От чего вибрация-то такая? Блин, сижу тут, а ведь может по башке прилететь. Я в ТикТоке в прямом эфире ее собирал, мы тут ее варили. Когда ТикТок еще в России был нормальный. Блин, ну что ж такое-то? Долбит. Надо вот сюда что-то еще, наверное, приделать. Вот это аж, вот тут аж трещина, так все ходуном. Вот эту надо подпирать, наверное. Видишь, она играет. Видишь? Вот это, когда стояло, было лучше. Вот эта подпорка. Ты еще двигатель забетонируй, вообще тебе ничего трястись не будет. Я говорю, двигатель забетонируй, вообще ничего трястись не будет. Да, вот так вот все забетонировать, вот так. И пусть там работает внутри. Так, а у нас тут... Саня! А что мы вот эту не затыкаем? Ну так бы... Да, пускай вылетает тоже. Она в основном все равно вон в ту летит. Тогда надо вот эту закрыть, целлофан. Вот эту надо и эту затыкать, а? Целлофан порепался, вот она и это вылетела. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, опилочки, вот они. Вчера собакам постелил опилки. Ну, как тебе вагонка, Саня? А, Сань? Да. Как тебе вагонка? Дорогается. Хорошая, да? Гладенькая прям такая. Но... Еще шлифанем ее. И будет у нас такой номер будет суперный гостевой. Вообще обалдеть.